гаджеты, смайлы и так далее. Равные права жителей Иркутской области, неважно какой национальности, они должны соблюдаться. Необходимо создание учебно-методического комплекса в Ирянском языке Иркутского. Можно свои традиции чтить, нужно знать свой язык. Тут письмо, в котором изложен вопрос о несоблюдении, неисполнении решений по обеспечению горячим питанием и молоком и дошкольников в негосударственных учебных заведениях. Ну давайте сейчас финансово все прочитаем. На самом деле я уже озвучил эту цифру. Давайте исправим в этом году, 5 октября. Хотелось бы. Готовьте предложение, я всех на своей подписью подпишу. Спасибо вам за это. Иван Чернов, всех нас.